Соглашение о передаче военных городков в область между Министерством обороны и правительством Подмосковья было подписано 24 апреля 2013 года. Минобороны передало Подмосковью имущество 187 военных городков. Речь идет о 1000 жилых домах общей площадью более 2 миллионов квадратных метров и 218 земельных участках. До конца первого полугодия имущество данного военного городка, известного как Кубинка-7, будет передано на баланс муниципалитета. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями поселка, в которой также принял участие глава Одинцовского района Андрей Иванов. Спасибо, пожалуйста, вам большое за место в садике. Огромное спасибо. В начале своего визита губернатор посетил детский сад номер 48 «Солнышко», расположенный на первом этаже жилого трехэтажного дома. Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Оксана Пушкина рассказала главе региона, что здание было введено в эксплуатацию более полувека назад. Дошкольное образовательное учреждение выглядит откровенно жалко. Оно не имеет собственной территории, детской площадки, а также музыкального и спортивного залов. После общения с персоналом и воспитанниками детского сада Андрей Воробьев на площади перед местным домом культуры провел встречу с инициативной группой жителей поселка. На территории военного городка накопилось много проблем. Ужасное состояние дорог, необходимость реконструкции сетей вода и теплоснабжения, отсутствие детских площадок, частое отключение уличного света. Аварийное состояние дома культуры, отсутствие регулярного транспортного сообщения. В поселке нет нормальной амбулатории и музыкальной школы. Помогите нам сделать нормальную дорожку, пешеходную, от Старого к Никольской. У нас ходят не только сотрудники, и больные люди, очень больные. И сейчас вот такая погода, дорога, машины обдают со всех сторон. С другой стороны, у нас трубы надземные отопления. То есть у нас подъезда транспорта, ни скорая не подъезжает к нам, ни пожарная, ни что. Все злачные люди с нашего городка собираются вот в этих двух квартирах. Полиция раньше на нас не реагировала. Мы вызывали. Вы записываете. Прокуроры, вот люди со звездами, записываете. Спасибо, что приехали. Спасибо вам за это. Глава региона также заявил, что на наведение порядка в бывших военных городках из регионального бюджета в 2015 году было выделено 670 миллионов, а в 2016 почти 2 миллиарда. В ситуации с поселком Новый Городок процесс передачи земли и собственности Министерства обороны в муниципалитет планируется завершить в мае этого года. В мае месяце мне министр имущественных отношений говорит, что вся передача и дорог, и имущества должна быть завершена, так? Да. То есть это позволит Иванову Андрею Робертовичу, соответственно, озвучить план мероприятий на 2016 год. Мы сядем вот здесь, на этой площади, и договоримся, что мы делаем в первую очередь, что во вторую, что в третью. Значит, очевидно, что в первую очередь мы направим деньги на дороги, чтобы основные хотя бы магистрали, ну или проезды, это лучше так сказать, да, привести в порядок. Я согласен с вами найти того, кто отвечает за то, что здесь происходит. Каждый день. Администрация должна присутствовать здесь, на земле, и реализовывать то, о чем мы говорим. Хорошо? Тогда в мае мы приезжаем сюда. Соответственно, глава Одинцовского района Иванов готовит план мероприятий. Те проблемы, которые прозвучали и не прозвучали, войдут в план от мероприятия. Мы скажем, сколько денег направляется на новый городок. Андрей Воробьев принес извинения всем, кто живет в таких плачевных условиях. Не так должно быть в 21 веке. Он подчеркнул, что по закону муниципалитетам нельзя расходовать бюджетные средства на то, что им не принадлежит. И все эти проблемы, они, безусловно, привязаны к тому, что нет пока муниципальной собственности этих объектов. Процесс передачи из собственности Министерства обороны затянулся. На сегодняшний день мы получили только 67 объектов жилья. Из них один объект – это общежитие и гостиница. Остальные объекты в стадии передачи. Надеемся, что по графику, который нам предоставило Министерство обороны, в апреле-мае мы закончим передачу этой собственности. Передача имущества в муниципальную собственность позволит приступить к комплексному благоустройству. В планах по развитию поселка также обозначено строительство нового дошкольного образовательного учреждения на 125 мест. После его открытия очередь в детские сады в новом городке исчезнет. А уже в мае этого года Андрей Иванов представит жителям дорожную карту развития нового городка. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».